Привет, привет, привет! Всем привет с прекрасного города Измаила. Вы на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Сегодня хочу вам показать и ответить на вопрос, как я уменьшаю температуру в теплице из поликарбоната, который у нас уже 9-й год. И очень хорошо это получается. И вот для этого нам понадобилась большая старая занавеска. Вот она укрывает буквально всю теплицу. Старенькая, но очень хорошо она сейчас нам служит для того, чтобы сделать жизнь наших растений комфортной. Ее вот натянули сверху теплицы, как раз в самую жару. И здесь зафиксировано. Вот здесь бутылки. Вот здесь маленькая, я еще сейчас большую налью, но покажу, как с той стороны. И вот эта сторона тоже частично, как раз южная сторона, здесь как раз у нас тоже прикрыта. Ну, а форточка у нас не автоматическая, а просто-напросто она закрепляется и фиксируется с помощью проволоки. Там вот зацепляется проволока на самой форточке и полностью открывается. Точно так же и с той стороны. И вот сейчас в теплице вот такая прекрасная прохлада здесь, сквознячок, и как раз самое-самое вот это пекло именно в это время помогает растениям не жариться, а вот находиться в комфортной себе температуре сравнительно, и, естественно, в комфортном состоянии можно расти, и здесь можно и работать при таких температурах. Сейчас покажу, как мы закрепили, потому что вот эта занавеска, она очень легкая и очень быстро, если ветер сильный будет, а ветра у нас, кроме жары, еще и ветра начинаются. Сушит все подряд. Ну, естественно, нужно хорошо закрепить. Сейчас покажу, как я сделала. Вот как она выглядит. Занавесочка завязывается, собирая ее вот в такой вот узелок. И здесь завязываю вот этот шпагат, нитку. А снизу очень хорошо именно большой бутыль с водой. Ну, а здесь легко завязывается. Вот. Здесь есть к чему завязаться. И натяжка должна быть. Обязательно натяжка. И даже сильный ветер не поднимет вот эти бутыли. С этой стороны точно такая же история. Вот она. Вот бутыль прячется в картофеле, а здесь вот так вот тоже зафиксировано. Ну вот и с этой стороны, с северной стороны, как раз ветерок. У нас все время почему-то с северной стороны сейчас ветра, они как бы охлаждают. И открыта дверь постоянно круглосуточно, уже ничего не закрывается. Форточки у нас открыты. И вуаль, вот эта занавеска, вуаль. Очень красиво выглядит теплица, она словно невеста сейчас находится. Вот так вот сейчас растения затенены, уменьшена температура, и им комфортно в теплице. Я ответила на вопрос, как уменьшить температуру в теплице из поликарбоната. В чем каждой теплице свой подход и свои решения. Причем без особых затрат. Старые занавески, бутыли от воды, с водой и натяжка. Вот и все. Ну, конечно, открыть обязательно форточки. Форточки, полностью двери, все это открывается. Ну, а я, Раиса Горяченко, пока ставлю запятую. Думаю, что и дальше будет что-то интересное. Подписывайтесь на наш канал. Вы будете всегда в курсе всех событий на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Всего вам самого-самого доброго. Удачи вам в ваших делах.